Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и рада приветствовать вас на своем канале. Доброго времени суток всем. Ой, солнышко не дает мне видеть, что я снимаю. Вот так будет правильнее. В предыдущем своем ролике я показала начало процесса простейшего кардигана. Солнечное настроение я его назвала. Солнышко светит в тему. Так не хватает солнышка, наверное, летом этим, что хотя бы в названии его почерпнуть. Я хотела потом показать готовую работу и все, но меня попросили все-таки снимать так же, как я снимаю, частями, хотя бы коротко говорить количество рядов, там петель, пряжи и так далее. Хорошо. Спинка готова. Про нее рассказала в предыдущем ролике. Единственное, что я неправильно сказала, это количество рядов. Я обычно это не говорю, меня просят сейчас. Я ставила маркеры и считаю я, надо-то считать отдельно изнаночный, отдельно лицевой. А у меня какая-то привычка считать вот по парам, вот. Два ряда туда-сюда, и когда свяжешь, вот этими парами я считала. Поэтому начало я сказала все верно. Так, ну таким я отрезками большими по 40 рядов, или по 20, как я вот если парами считать. А последний чуть там было маркер, я назвала 12, на самом деле 24 рядочка. Я 12 пар, как бы сказала. Поэтому не 172, прошу прощения, я в предыдущем сказала. Ну и полочка, соответственно, тоже. Не 172, а 184 плюс 12 рядов еще. Это если количество рядов. Но у нас у всех плотность разная, поэтому сразу говорю про плотность. Что касается полочки, пока она готова у меня одна, тоже принцип. С одной стороны несколько рядов платочной вязки для разреза, который будет соединяться со спинкой, а с другой стороны здесь у меня 5 петель лицевой. Я всегда говорю не без крайних. Крайняя и 5 петель платочки. Здесь тоже крайняя и 7 петель платочки. Это будет составлять планку. Мне как-то говорили про петли еще что-то, что крайние петли как-то сборят. Если крайние петли сборят, у меня такого нет. Вы просто послабее их вяжите. Когда снимаете, провязываете изнаночный, крайний ряд надо как-то послабее, значит, вязать, и все. Она еще немножечко волжноватая, она у меня сохнет, но сейчас вот хотела дождаться вечера, просто убегаю. Завтра буду очень поздно, света уже не будет. Поэтому сниму сейчас. 60 петель я набрала на полочку, не считая крайней, с крайней 62. Вязала, вязала, вязала. Где-то на, не где-то, прям на 158 ряду я стала вязать 2 вместе. И вот этих 2 вместе, надеюсь, видно, я вообще не вижу, что я снимаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 раз я сделала. В каждом каком ряду. Так, спокойно. Значит, я 2 вместе сделала в лицевом ряду, изнаночный просто провязала, потом лицевой изнаночный просто прогнала, и опять получается 3 ряда в каждом 4-м ряду. И вот так 12 раз я убавила. Можно было до конца убавлять, но здесь я потом, у меня все на прискок, на глазок, ну такая я, конечно, нужно теперь взять и от общего количества петель 110 в спинке, напоминаю, было, кроме 2 крайних, вычесть, сколько вот 60 минус 12 убавилось. Все это легко и просто, мне это совершенно не нужно. Я знаю, что вот здесь у меня будет место, вот здесь для шеи. И замечательно, мне этого достаточно, чтобы вязать дальше и не париться. Поэтому какое-то время я провязала просто, уже не убавляя. Если бы это была не такая вот зыбкая пряжа, из какой пряжи вяжу, все в предыдущем ролике, ссылку оставлю. Если бы не такая вот зыбкая, да, было бы даже видно, что так сначала идет скос, а потом пряменько идет. Можно было даже здесь вот парочку петель, наоборот, прибавить. И было бы сначала, рукой показываю, тень падает, сначала идет в эту сторону, а потом, наоборот, как-то вот заворачивает горловину. Это тоже можно все это было сделать, если бы нет вот такая вискозная зыбкая пряжа, здесь я даже не заморачиваюсь. Итак, 12 раз я убавила, начиная со 158 рядочка. Надо было со 160, но я как-то... Вы смотрите, кто ведь любит горловинку более глубоко, кто любит горловинку, может, кому-то надо вот здесь вот начать. Это все и очень индивидуально. Дальше я довязала уже без прибавлений и закрыла оставшиеся петли. Вроде не так тяжело, от 60 не 12, но мне это не надо, правда. Вот, ну, я знаю, что здесь, говорю, осталось место, и ладно. Вот этот язычок я связала, который потом ляжет на... Как же мне стать-то, чтобы... Значит, когда будет готова и вторая полочка. Здесь уже понятно, да, я больше для начинающих сейчас все это говорю. Мы к спинке, стол меньше, чем... Вот так это все пришивается по верхнему краю изделий. Вот этот язычок, ярлычок я, конечно, связала длинненький. Я, видимо, его распущу. Почему я не вяжу короче, чем надо, даже еще оставляю. Раз уж я не рассчитываю петли, то хотя бы с запасом. Потому что если я вяжу короче, чем надо, мне придется здесь надвязывать. А зачем здесь узлы? Здесь узлы совершенно не нужны. И так здесь шов будет. Поэтому я подраспущу до того места, когда мне нужно будет. Вторая полочка тоже пришивается. Некоторые спрашивают, какое здесь расстояние для горловины. Оно у каждого свое. У кого шейка потоньше, у кого шейка побольше. Кто любит прям к шее притык, кто любит... такой по свободнее. Смотрите, это все надо рассчитывать. У меня сколько изделий, столько и вариантов. То же самое будет скоро здесь. И потом, когда я все пришью, вот эти ярлычки будут стыковаться с этой стороны тоже. Этот явно велик. Вот так мне, наверное, надо будет. Пришью я его здесь по спинке. И потом, представьте, что этого нет. И потом, само собой, еще вот здесь я пришью, с другим буду стыковать. Я хоть в кадре, а? С другой стороны, с полочки. Вот так у меня будет очень простая моделька, без наворотов. Про состав все сказала, но здесь, получается, вискоза будет солировать, потому что, как ни крути, одна пряжа – это вискоза с шерстью, другая пряжа – вискоза с хлопком. И получается, что здесь барыня, боярыня, вискоза. Ведущую партию это на подпевках хлопок с шерстью. Еще раз говорю, то, что получается на голое тело, мне не... Ой, оно уже почти высохло. На голое тело не нравится. Это я... Поэтому я отказалась от кофточки. Будет у меня такой кардиган. Так, что я еще сказать-то забыла? Это, наверное, размеры. Они приблизительные, потому что вискоза под тяжестью будет вниз идти. Ширина полочки, длина такая же, как в прошлом ролике. Вот 37, но это будет нахлёст. Так. Да, ну ведь тоже потянется сюда. Вот 37, чуть-чуть потянешь, 38. Но все-таки надо рассчитывать на 33, потому... Рука загораживает. На 33, потому что это будет нахлёст. 3 сантиметра будет не 3 и 3, а все-таки не 6 сантиметров, а будет 3. Это если на пуговичках. Если не на пуговичках, то, конечно, они будут составлять ширину полочки. Мне главное пролезть. Под тяжестью, когда она уже будет на плечках и так далее, естественно, она будет опускаться вниз. Это вискоза. И я посмотрю, нужно мне будет... Вот так, пока я пролазю, все хорошо. Я управляю шириной, длиной, я тяну куда мне надо, и в эту сторону, и в эту сторону. Спокойно и легко. Не скажу, что лицевая гладь очень ровная, рядность есть, это все... Ну, хлопок с вискозой, кто вязал лицевой глади, понимает, о чем я говорю. Итак, этот ролик просто вот напросто очень быстро на одной ноге. 60 сказала, длину сказала. Вот так выглядит моя полочка. Подыскиваю я красивые деревянные пуговички. Подыскала, но они какие-то темноватые. Я уже говорила в первом ролике, что хочу деревянные пуговицы, если они вообще будут. Вот просто вот какие-то такие простые. Но мне нужна еще такая же деревянная бирочка, ручная работа. И как-то они мне не стыкуются. Вот бирочки одного цвета приятненького, пуговички другого цвета. Но я обязательно поищу, найду. Ничего, если я годочек вообще без, так сказать, бирочек, без пуговичек поношу. А чуть позже пришью. Все это не парюсь, но я хочу вот к этому теплому цвету именно теплые. Материал теплый. Я уже говорила в первом ролике, пуговички и бирочку. Хочется мне все-таки вот такой деревянный. Видите, как красиво. Вроде и есть пуговицы, вроде их и нет. Это типа пуговицы у меня. Вот. И такая же бирочка. Бирочку я хотела пришить, сейчас все секреты тайны расскажу, где-то вот здесь, но я несметно ложанулась. В общем-то, здесь я сделала, видите, 16 раз... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, ведь я все парами считаю. 16 дорожек. С одной стороны на спинке у меня тоже 16 дорожек. А куда прилепывается вот именно эта полочка, у меня 17 дорожек. То есть здесь будет несоответствие. И когда это несоответствие будет... Сейчас я даже прям наглядно покажу. Здесь что ли? С одной стороны 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Да, вот здесь. И у меня здесь будет несоответствие. Вот я никому не скажу, так было задумано, мы помним, да. И вот бирочку я хочу такую какую-то маленькую, которая, может быть, будет как раз здесь. Можно, конечно, пришить так, что никто и не заметит, комар носа не поточит. То есть, с одной стороны, у меня будет стыковка полностью красивая. правильная стыковочка на Тане. Это называется разрез. А вот с одной стороны я лжанулась. Я из этого, конечно, распускать полку не буду. Это прям так было задумано у меня. Это только вам говорю, моим любимым подписчикам, зрителям. Поэтому здесь у меня будет, вот, скорее всего, может быть, даже подберу деревянную желтенькую какую-то. Не знаю, вот видите, иногда такие, ну как это, вот места, где немножечко вольно-невольно лажаешь, да, они тоже заставляют искать какие-то варианты и находить. Вот, но это по секретику. Все. Я когда свяжу вторую полочку, наверное, выходить не стоит. Она будет абсолютно симметрично этой же. Вот. И потом покажу, как я выхожу на рукава, как я их собираю. Хотя это точно так же, как кардиган Пальтович или еще где-то. Вот там вроде ничего нового. Но просите по этапам. Буду показывать по этапам. А на этом так быстренько. Пока-пока. Для тех, кто просил все-таки показывать. Вот. Я закончила, солнце село. Заканчивать, как оно идет по детально, что ли. Вяжу сейчас в ближайшие дни вторую такую полочку, пришиваю и потом выхожу уже с тем, как я набираю рукава. Всем хорошего настроения, лета, всего самого-самого-самого замечательного. Пока-пока!